Поздравляю спортсменов по танцам 1. Спортсменка белый цвет, Эльвира Камалова, мастер спорта, 98 года рождения. Выступает в Центральном федеральном округе Московская область и Приволжский федеральный округ Пермский край. Общество «Динамо», тренер Тараканова Наталья Викторовна, Тараканов Александр Викторович и Тарапов Алексей Викторович. Лучшие результаты. Кубок Азии, город Кангкал, 2019 год, второе место. Министерство России, 24 лет, первое место, 2019 год. Спортсменка синий сегодня. Екатерина Лялина, мастер спорта, 93-го года рождения. Город Москва. Тренируется под руководством Бугаевой Натальи Сергеевой и Анищенко Екатерины Олеговны. Лучший результат чемпионата России 2018 года – третье место. Арбитр данной встречи – Вадим Полежаев, судья международной категории Уральского федерального округа Ямало-Ненецкий автономный округ. На татаме 2. Спортсменка белой фигуры. Денисенкова Екатерина. 1980 года рождения. Мастер спорта международного класса. Представляет Уральский федеральный округ. Мау и Убра. Спасибо, дорогая, типа между речкой. Физкультурно-спортивное общество «Динамо». Фигура начала заниматься в 2000 году под руководством Исаева Елены Владимировны. В настоящее время тренируется у тренера Фролова Владимира Николаевича и Исаева Елены Владимировны. Наивысшим спортивным достижением является первое место Кубка России 2018 года. Спортсменка в синей длинной, Гольникова Татьяна, 1996 года, мастер спорта, представляет Уральский федеральный округ, город Дюны, общество «Динамо». Дюна начала заниматься в 2006 году, учитывая Алексея Леонидовича, продолжает тренироваться под его руководством. Является серебряным призером чемпионата Уральского федерального округа 2019 года. Арбитром на татаме. Федерико Морозовна Сибирина. Морозовна Мир. Приволжский федеральный округ. Сибирина Башкорта Стамп. Thank you.
Победа одержала Гольникова Татьяна, Уральский федеральный округ, Тюменская область.